Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Вот так, скрываем. Здесь у нас телефон Umi Metal, по-моему, так он называется. Макс или как, что-то типа того. Так вот открывается. Сам телефон здесь. Отлично выглядит, весь в пленочках. Так, пока включается. Здесь у нас есть скрепка, здесь у нас есть зарядный, здесь у нас есть кабель. Все, я так понимаю, больше ничего здесь нет. А, нет, стоп. Ошибаюсь, есть еще чехол. Защитная пленка и инструкция. Так, ну доставать я это все не буду. Меню приветствия. Выбор языка. В общем, в принципе, как-то так вроде все работает. Это я еще буду проверять. Ну, телефон так довольно-таки классно в руке лежит и смотрится. Заказ был сделан на сайте GearBest. Доставлен, по-моему, службой Нидерландов. Добрался довольно-таки быстро. Получил на Укрпочте. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.